Так, мои дорогие друзья, кто тут с вами, как обычно, Дублер здесь, Дублер с вами сегодня, Робин, привет, привет, против Соловечки, Соловечонка. Парнишка, видите, в ранке где ни разу не был, в ранке где сейчас никого нет, все прошел, кроме тяжи, ребята, устал уже от этого Тайсон Фьюри, просто не хочу больше с ним драться, погнали, тут, ну тут позже, видишь, тут вроде бы нет такого, короче, очков не дают никаких, но ребята все равно не хотят драться ни за кого больше, кроме Левальсионша. Возможно, эти парнишки им больше нравятся. Ну ладно. Посмотрим. Погнали, ребята. За Робина. Я не любил особо в Джастисе за Робина играть. Там меч его. Тут хорошо кулаки, хорошо, что без мечей. Без меча, короче. This theater is used to hosting concerts and plays, but tonight it's the sweet science that takes center stage. For a fighter walking into a theater, I think this is the closest thing to fighting in. Ну я думал, у нас тоже парень такой прям хороший. Мне нравятся его белые кроссовочки. You can hear people jeering, saying how good you are, saying how bad you are. Залетел, конечно, больно. Да, у нас такие не особо быстрые удары. И, конечно, как у Сауля, Альвареса, но мы тоже можем, можем. Апперкотчик хотел бы занести. Чё-то прям раунд длинный, как будто не 3 минуты, а 15. Не, ну такие удары, как же, ребята, кто тут скажет, геймплей просто шикаридосик. Нам бы сейчас дамажечка поменьше дамажечка. И была бы красота. Хорошо, боковушечка. А, хотел усилие, но не, так слишком. У Робина слишком апперкотчик в кишечник, ему было опасно, он мог охватить в голову просто страшнейшим в челюсть. Я, ребят, не в курсе, как у Реда челюсть, но у него, возможно, камень такая прям бронзовая. Потому что после Альвареса он вроде выжил. Ишь, по-моему, у меня одной полоски здоровья нету. Я что-то не вижу сейчас, две полоски показать. Боковушечные два. Пробил кишечник. Ну, кишечник слабый. Мы сразу можем понять, что кишечник у нашего Робина. Оскар. Не, ну, ребят, кишечник. Я не люблю его. Вот у меня сейчас, во-первых, импакт не особо апперкотный такой. У меня без этого. Беспроводной он. Ты кишечник хорошо пробивал, но. Ну там слишком уж задержка страшная. Немножечко под... Не попал. Не достал, жалко. Ну такой моментик был хорош. Угу. Ну так немножко накидали. Хорош, челюсть. Выжил. Камин, к сожалению, закончился. Yeah.
Ну, ему по челюсти. Но у нас осталось, мы, короче, остались без, без здоровья. А ребята, это просто страшно. Когда твой боец практически висит на ниточке, к нему восклицательный знак там. Как на системном блоке. Не достал. Хорошо, я ему хотел занести. Ох, боковушечный попал. Страшно. На. Да, очень опасно. Ох, это уже не хотел я бить, это задержка. Да, страшнее. Вот эти задержки, ты нажимаешь кнопки, но, к сожалению, твой боец просто еще бьет. Без твоего ведома уже. Поэтому постоянно можно оставаться без этого. Без стаминочки. Боковушечина. Пробил. Хорош. Рисковал я, рисковал очень сильно. Нельзя было, нельзя. За это поплатился. Наш Робин. Ничего, ничего. Аккуратнее, аккуратнее. Брюсовольчик восстановился, он сейчас. Ах, я думал, сейчас он налетит. Положил, положил. Да. Ну ничего. Поднимайся, Оскар, Оскар. Да. Но тут уже было прям проблематично. Аккуратнее, аккуратнее. Опять же. Не успел уйти даже. Печаль, 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 печаль. А печали до радости. Все позади. Да. Это уже не позади, это отлетели мы. Чего мы держим? Погнали, погнали. Не спешим. Не спешим, Рэй. Без здоровья остался наш Робинзон. Робинзон. Присядь, присядь. Потому что нельзя, нельзя. Белые кроссовочки. Причесочка такая немножечко. Пострадала. На, кишечник. Кишечничек. Мы восстановились и просто нанесли ему поразительный удар. Кишечник прям полностью в кишечке. Выжил. Парнишка выжил. Но было неплохо. Погнали, Рэд. Робин. Опасно без здоровья. Без блока, точнее, будет. Хорошо. Красное здоровье нет. Ох, ё!
Хорош, накидал, просто накидал. Да, Оскар. Это еще только пятый раунд, ребят. Как будто тут время идет просто. Вот если попался, могло бы быть прям смертельнейшим. Аккуратно, аккуратно, Рэр. Робинзончик. Слева перкочек не попали. Присядь. Восстановим здоровье. Опасно, опасно, опасно. Падать нельзя, нельзя падать. Это серьезная проблема. Ну, нам сейчас должны дать 3% стамины, точно. Восстановление стамины нам на 3% перед концом раунда. Садишься на колени, фигурирует. Вознаграждение. That knockdown we just saw was a heavy knockdown. I'd be very, very surprised. Oh, yo! Disaster averted, it seems. Аккуратнее, аккуратнее, ну не везет их. Робинзон. Да, у нас. Мы тише. Мы подустали уже, подустали, подустали. Это что за анимация? На! Два раза. Кишечник и потом справа перкочек прям в челюсть. Залетело. Как положено, залетел ему прям. От души. От души не спеши, Рэй. Погнали. От души не спеши. Блок, восстановись. Ага, хотел ему правый апперкотчик. Не получилось, не фартанул, к сожалению. Он все разбил меня полностью, и блок, и голову. Надо этот раунд продержаться. Не падай, не падай духом. Бля, неугомонный бой, наистрашнейший. Вот это больно было. Там ни головы, ни... просто головы нет. Восстанавливаемся. Тише. Выжили, выжили, выжили. Опасно. Тише, 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 тише. Не успели. Хорош. Да.
тобой вроде оказались. Мой боец оказался чуть-чуть послабее. Саульчик молодец. Выжил, выжил. Еще вырубил нашего. Что это было? Что-то произошло. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Истамина, так опасно махать. Хорош. С трудом отредактировал его. Не, он встает, молодец, он крепкий парнишка. Стреляй, поднимается как. Я уже даже со счет забил, сколько он раз там поднялся. Караул. У нас Робин даже что-то не может. Он еще колено один раз тут был. Знаешь, ты Робин два раза уже брал. Не пробил, а перкочка хотел. Почему не пробивать? Ну, у него блок хорошо, хорошо. Кстати, у нас пин хороший, да? По-моему. Печенюху ему проверил. Хорош. Отредактировал нашего Робина. Да. Ну, Робин, поднимешься? Слабо подняться? Поднялся. Но это ничего не меняет, это просто опасно. У нас стамина просто, мы устали очень сильно, наш боец просто уставший. Как никогда уставший. Попробуем восстановить немного. Чуть-чуть восстановить надо. Чуть-чуть восстановись, Робин. Робин, давай, держи. Держи, братышка. Братышка. Ты дерешься с Саульчиком. Это тебе парнишка такой серьезненький, да? Ух! Это было, ребята. Я думаю, вы понимаете. Это был смертельный апперкотчик, ребят. Все, второй смертельный апперкот. Просто отлетает опять от смертельного апперкота, ребята. Это уже просто караул. Это трагедия. Это была одна из страшнейших трагедий, ребята. Я сейчас буду плакать полдня. Потому что это страшно. А ну мы так и так проиграли, да? Да, первый раунд. Второй раунд его, третий его, четвертый ничья. Это караул. Пятый опять его. Шестой мой. Седьмой мой. Восьмой его. Да, у меня только два раунда. Но смертельный перкот это самое просто унизительное, ребята. Просто страшнейшее. Я не могу просто. Просто караул.